Ура! Наконец-то поднялись ноги и время записать ролик с голосом. Здорово, с вами Вирус Нью. Недавно выложил пост в сообществе про видео, и в этот же день мне скинули скинчейджер на обзор. Ну, стандартные и нестандартные вроде я подготовил. Сейчас запущу и попытаюсь удалить. Какой пароль можете предположить в комментах? Прикольно. На полный экран разные картинки. Вирус, конечно же, нет. Герой, конечно же, да. Это тоже. Я тебя понял. Эти кнопочки я бы уже вскрыл, ибо они нужны уже. Чего-то не запустился после этот. Ладно, запущу сам. Он чё? Реально отправку на почту сделал? О, код пришел. Правда, он в папке спам. Вау, очень похож на настоящий. Вот только ползунок стандартный. А так вызвал пушка. Прикольно. Я использую этот закрыт на F4. Не закрывается. Хочу брек, хочу тренд.
Рейстер. Ресмо. 7D. Закрывается сразу. Кредит. Процесс хакер. Переименованный процесс хакер. Закрывается. Хочу брек, хочу тренд, хочу топ, тики ток, хочу брек, хочу тренд, хочу топ, тики ток, хочу брек, хочу тренд, хочу топ, тики ток, хочу брек, хочу тренд, хочу топ, хочу тренд, хочу топ, тики ток, хочу брек, хочу тренд, хочу топ, Путин. Хочу тренд, хочу топ, критически. Хочу брек, хочу тренд, хочу топ, тики ток, хочу брек. Я заморозил, но все равно. Тик-ток. Музло уже не играет. Так, это делаем. Не критически. Автозагрузка. У него какой-то процесс остался еще. Понятно, он стер БР. Попытка номер два. Блин, как запустить его теперь? Придется разморозить. Пусть да, пусть да, пусть да, пусть да, пусть да, пусть да, пусть да.
Я бы сделал все процессы критическими. У меня есть предположение, что он еще прячется где-то в планировщике. Опа! Ну-ка, удаляем от него. Да какого? Или мне показалось?